С начала года под ежемесячным мониторингом налоговых органов находится более 250 субъектов предпринимательства, которые ведут деятельность на рынках, ярмарках и иных торговых площадках. Пристальное внимание уделяется исполнению законодательства о применении контрольно-кассовой техники. По результатам проведенных мероприятий к ответственности в виде предупреждения за нарушение привлечено более 10 налогоплательщиков. Напомним, реализация отраслевого проекта ФНС «Исключение недобросовестного поведения на рынках» стартовала в начале 2021 года и уже показала свою эффективность.